programa, né? It's at my auctions. It's at my auctions. What's your fish, right? Они представили слова. Заждались. Андрей, я смогу ждать. Я пока устрою. Я пока помылся. Они эти, блядь, не давали номер, потому что они говорят с 12. Но я убедил, на час раньше дали. Да, хорошо, быстро, быстро, лучше тебе изолятора. Это вот середина. Мы договорились, что у нас был аманат, да? Мы договорились, цен Бог добит. Я тебе как раз сейчас скажу, что есть по тебе сегодня. И почему тебе здесь небезопасно? Не то, что здесь, и в Грузии. Есть такая 200%, что они идут. Когда было с одного источника, вообще хорошо. Когда было с одного источника, мы спрашивали, это все знают. Но другой момент, второй источник, а вот этот третий, который сейчас сказал, буквально дня 2-3 назад, это не просто источник. Миллион процентов. Варианта нет. Тем более, нельзя перестановку. Мы занимаемся то, что сейчас у тебя даже практически, отсутствовал, получается, Аллах его. Подумай, что, как бы ты весь можешь помочь, он должен опять же не работать. Потому что, кого бы он не поставил, даже если он поставил, очень серьезно нам нужен человек, а сапог до охова. Почему же у нас сюда же такая, нам нельзя делать посечку, нам нельзя здесь допустить. Чай да здесь, что? Так, Джордж, чай. Уша, дело такое, я могу тебе сейчас сказать. Знаешь, почему? Не, может, я? Как? Пожалуйста. Могу. Пожалуйста. Никаких проблем, я же поэтому открыто говорю, пожалуйста. Я долетел, согласовал. Если ассаламу алейкум, все нормально. Значит, я туда. А ты знаешь, что тебя? Все, он берет. Все. Куда? Нет, я не там. Взаимопомощь? Не, смотри. Если он говорит, допустим. Да кто ты? Вообще, больше помянут лучше. Аж полуду ложеваться. Тысяча болгар. Организовал, что придет, опасно для того, который придет, и мы просто решим, и спокойно мы его оттуда заберем. Ну, как его там организовать? Что сказать? Он пришел и писать, и сегодня это с одного двух трех раз нету. Дикомандер. Это не проблема. Как там легализовать? Ну, нет, если там опасно, в смысле, если кто-то приедет и на меня выйдет, если через меня его, короче, и в смысле, там других там каких-то простых можно, но если он что-то хочет сделать, и потом, например, там где-то... Прямой контакт, это же, да. Смотри, мой человек приезжает к тебе. Да. К тебе приехал. Ты этим должен защищать. Ко мне приехал. Это можно. Смотри. Ты говоришь, он хочет выглядеть документы. Они тебе дадут документы? Нет. Нет, да? Нет. Это вариант убрать. Он к тебе приехал, и он аккуратно это сделал так, чтобы... Если аккуратно, насколько аккуратно у него получится. Насколько они там существуют, так, чтобы, допустим, там, у них, допустим, у сыновей, допустим, дома, какие-то камеры, так, чтобы можно было, допустим, там, рисовать. Он был тот, настолько хороший парень, да? Ты можешь сутки сидеть, даже не дышать, да? Будет сидеть и ждать. Это я есть тоже такая? Могу, когда надо, в смысле, сутки, да, но... Я вкуса точно, где живет, не знаю, я могу узнать, посмотреть. Ну, чтобы ты понимал, вот по нашему предположению, от него тоже стоит проблема, потому что это человек активизировался, ему ты мешаешь четко. Его можно было по дороге. Да нет, намного опаснее, если что-то. Ну там, да, хотя бы. Там, конечно, как бы, ну, безопасно, а мы, в смысле, если хочешь, да, хочешь, так, мечена, хормады, как бы. Ну, тысяча Бог, и тысяча Бог, тысяча Бог. Если ты подвинешься делать, ты же Бог не делаешь. Поэтому тебе одному никогда здесь нельзя быть. Бог уже, она есть, это я, в смысле, если бы не как сейчас, например, что что-то, я бы в гостинице жил, я бы у них жил, да. И с ними передвигался бы уже. Есть?
Украину тоже. Если надо, и здесь и оружие тоже могу найти, в принципе, если надо. Да? Нет, наверное, изначально я согласился. Нет, нет, покупку адресу тебе. И поэтому его задаю. Я просто буду не на то говорить, а я еще раз говорю, тогда еще. Цена. Цена. Мы вообще как бы. Кто-то у меня произошел, что в Тольятти, США, Сирия, Сирия, ну это разобраться. Поэтому здесь тоже самое где-то по морали и политической стороне. Проблема? Цыган, проблем насчет этого нету, просто технически. Я, в смысле, я... Железный, точно. Все, уже нету сомнений, по-моему, сейчас работаю по Сергею. Вообще, с прошлого, с позапрошлого, уже третий год, получается, три года исполнилось, а три месяца, мы не знаем. Смотри. Я сказал по поводу этого, да? Ты сказал, окей, но одно условие ты поставил, чтобы он был с собой. Ага. Пойди. Ага. Все, так, так будет правильно, чтобы он был получился. Если один немного. Вообще. Один? А в течение какого времени надо это, в смысле, начинать уже? Время было. Не-не-не, без же. Сейчас я не хочу добивать себе ничего. Пиво я могу и номер выбить. Правильно? Мечтаю, блин, бывал бы. Фильмы смотрел раньше, целый пост. Да. Нравилось мне вот это. Все. Нет. Нет. Это азарт маголицы, все равно ты охотишься как. Вперед, побери. Бачно, а чого займемо? Так, було сюди. Чили положити? Ні-ні-ні, бачу. А. 500 кг катаєш. Так, на одного, на двоих. На двоих, по-моему? Ні. А? 500 євро. Хоч. Долар. Це 600 хвилин. Це хвилин. 550, ну? 600. 600 євро, 600 доларів, да? По 300, да, 140. Ну, это... По сахару мы варим. Перво. Это есть два шаборика этих. Не там же, да? Один сейчас вообще сюда вот что ехать. Обратно походу не хотят. Вот тебе хотят задать вопрос, они обратно не собирают? Уже не собирается. Один жениться собирается, второй все, ну, уже, видать, с концами. А жених как называется? А? Откуда, что, кто-то, куда-то пойдет. Нормально. Да? Постороннему человеку вообще. Спасибо.